Пока свернуть с заводского шоссе к любому предприятию можно легко и безнаказанно. Так и было здесь более 30 лет. Однако после завершения ремонта дороги некоторые съезды могут исчезнуть. Их закроет высокий бордюр, а переезд железнодорожных путей, идущих вдоль заводского шоссе, может оставить без прав десятки водителей. Это получается в неустановленном месте проезд через дорожные пути, через железную дорогу. Но вплоть до лишения водительского удостоверения. Административный штраф. В первоначальном проекте ремонта одной очереди заводского шоссе было предусмотрено 8 съездов с магистрали направо. 4 из них пересекают рельсы в местах, которые не оборудованы по всем правилам железнодорожного переезда, а значит, небезопасны. Потому эти съезды из проекта исключили. Но в этом случае отрезанными от дороги могут остаться десятки предприятий. Их руководители с такой ситуацией не согласны. Нас тоже пытаются отрезать. Тоже нахожусь на заводском шоссе порядка 30 лет. Железной дороги здесь не было. И вообще законность ее нахождения здесь, значит, под вопросом. Какое отношение эти съезды имеют, вернее, не съезды, а переезды имеют к реконструкции заводского шоссе? Сделайте нам повороты и оставьте так, как было. Проблему на месте обсуждают депутаты городской думы, подрядчики, общественники и представители департамента градостроительства. А по съездам, я так понимаю, есть выход, либо мы занизим борт. Мы не сдадим. Не сдадим, мы гисну не предъявим. Даже если мы откроем, сделаем съезд, хотя бы обозначим этот съезд, завернем бортовой камень, гисну у нас не примет этот объект. Решение может быть только одно – вносить изменения в контракт, либо дополнительным соглашением. Но это решение должен принимать, безусловно, не только департамент строительства, но и все вовлеченные в эту ситуацию стороны, поскольку без изменения в контракт решить этот вопрос будет невозможно. Собственнику железнодорожных путей уже направлен официальный запрос о возможности сохранить существующие переезды и оборудовать их по всем правилам. Участники встречи намерены добиваться совещания, где все стороны сядут за стол переговоров. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.